С 20 марта на маршрутах под номерами 14 и 227 вышли новые автобусы с логотипом транспорта Верхневолжья. Их обслуживанием занимается Северо-Восточная транспортная компания. На маршруте номер 14 Литвинки-Мигалова курсируют 10 автобусов, а интервал движения до 14 минут. На маршруте Глобус-Рябеево-Прудище работают 6 автобусов с интервалом движения в 25 минут с 6 часов утра и до 23.00. За движением автобусов уже можно следить онлайн. По данным перевозчика, в понедельник, 23 марта, планируется выпуск автобусов МАЗ-206 на маршрут под номером 204, который по сей день остается коммерческим. Таким образом, маршрут Мамулино на поселок Заволжский также войдет в новую транспортную модель. В автобусах будет действовать безналичная система оплаты проезда. На линии будут работать 14 автобусов с интервалом движения 11 минут.